Давай чуть-чуть. Ну и... Хорошо, что получилось? Ребят, все, у меня сил нет, у меня уже руки невозможно мокрые. Привет, крошки! И у нас сегодня игра из Стима, а мы будем страдать опять. Вот помните, как я умирала, там 46, по-моему, смертей было, то сегодня мы будем страдать немножечко по другому поводу. Вообще, эта игра создавалась, именно создатель написал, что для определенного круга лиц, чтобы заставить их страдать. Но сейчас буду страдать я и немножечко вы. Итак, у нас имеется бочка, казан, мужик и вот такой тяжелый, ой, слушайте, реально тяжелый топор. Это не топор, это молот. Почему я сказала топор, я не знаю. Так, мне кажется, мне нужно сделать чувствительность мышки посильнее, потому что он реально очень тяжелый. И, короче, суть в том, что нам нужно забраться наверх горы, а горы пока что еще нет, на нее нужно дойти. Вот, этот чел не может выходить из этого казана, из этой бочки. А, там еще, кстати, вода. Вот, внутри. Вот, видели, вода вот там находится, поэтому ему очень тяжело. Я не знаю, насколько крепкие у него руки, это вообще очень странная игра, но мне захотелось с ним поиграть. Так, первым делом нам нужно залезть на дерево. Господи, так, а почему? Мне кажется, у меня инверсия немножечко мыши. Так, ладно. Тихо, тихо, не падаем. Ой, господи. Нет чувства интенсивнее, чем что? Я не успела прочитать. Так, ладно. Тут для вас, короче... А как? Так, ладно, ребят, сейчас я посмотрю настройки. Если вы забрали с химчисткой свою чистую рубашку и сразу же уронили на нее еду. Короче, я чувствую эту всю боль. Так, кажется, нам нужно сделать вот так. Вау! Просто... Космос, ребят. Ух. Честно говоря, мне иногда кажется, что просто надо вот так тут в нее играть, но нет. Так, ладно. Поехали дальше. Ух. Тихо. О, боже мой. Так, ладно. Сейчас будет 1001 попытка забраться на гору. Господи, какие сильные же у него руки, я не представляю. И где вообще у него там помещаются ноги? Вот самый главный вопрос. Так, по-моему... Ух, вы посмотрите, у меня даже, в принципе, неплохо получается. Точнее, у этого товарища. Тихо. О, господи, я думала, мы дальше пойдем, а тут... Чё? А как? Короче, так, как я поняла... А я поняла плохо, у меня уже мышка уезжает с коврика. Нам нужно, похоже, сделать... Вот это что-то такое вот. Не знаю почему, но мне кажется, что тут есть инверсия. Так, ладно, коврик уходит. Рыси, лови. Не поймала. Но спит. Вот. Ух! Так, ладно, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Ребят, это нереально просто. Так. Ух! Да вы гляньте. Давай чуть-чуть. Ну и... Ребята, это какой-то кошмар. Так, ребят, мы забрались чуть-чуть повыше. Господи. Господи, я сейчас... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ого! Просто. Я потеряла много прогресса, это точно. И... Тихо-тихо. Ребят, за что мне это страдание? Какой кошмар. Итак, мы снова внизу. И у меня не получается забраться выше. Потому что тут какая-то дурная инверсия мыши. Тихо-тихо-тихо-тихо. И это реально нереально просто. Не, ребята, это просто какой-то кошмар. Я чувствую, мы с вами дальше сегодня не уйдем абсолютно. Возможно, надо было попробовать с джойстика поиграть. Вот тут мне не нравится, почему мы не дотягиваемся. Чуточку не хватает, буквально. Просто сил уже нет. Господи, а зачем я левую руку использую? Это вообще, боже мой. Я хотела куда-то идти ей зачем-то. Но мне нужна только мышка. Так, давай вот сюда. И у нас должно получиться. Ничего себе. Представляете, вот
О, вы только гляньте, капец. Нет. Шш, тихо. Боже, ребят. О, а смотрите, это работает. Работает быстрое вот это вот прохождение. Просто, когда вы клашматите постоянно мышкой. Уф, мне не хватает просто тут стола для мышки. Господи, тихо. Нет. Нет. У-у-у. Тихо. Господи, нет. Ой, ребят. Ладно, начинаем заново. Я поняла, что медленные движения мне никак не помогут, поэтому просто летаем. Господи, что ж тут так неудобно-то, а? Я чувствую себя каким-то копателем. О, господи, как это пройти? Какой кошмар. Зачем только я в это играю? Вы мне не подскажете, нет? Мне кажется, это у меня сегодня день смеха какой-то, а не день страданий, потому что, честно говоря, уже какая-то немножечко истерика начинается. Вы, наверное, видите, как у меня тут жесть, как гуляет правая рука, потому что у меня мышка то тут, то тут. Вот просто за экран, господи, за стол уходит, и уже нету места. Да что такое? Мне кажется, ему мешает вода. Вообще, зачем там вода? Он что, только вынырнул из вот этого болота? Тихо. Хорошо же было все. Боже, вы видите, куда это прицепилось? Какой кошмар. А как это? Так, ладно. Нам вроде... Тихо. Еле сюда запрыгнула. Этот камень мне не нравится. Тихо. О, отлично. Фух, ребят, ручки-то вспотели уже. Нет! Так, ладно, начинаем заново. Возможно, я когда-то добьюсь того уровня, когда я буду просто проходить сразу же вот эту вот всю штуку, но не сегодня, кажется. Знаете, если вы думаете, что эта игра легкая, то я вам предлагаю ее скачать и попробовать самостоятельно поиграть. Она стоит не так уж и дорого, вот, но сил вы на нее потратите очень много, я вас уверяю. Фух. Нет! Только что было так высоко, и уже нет. Слушайте, хотела сказать, что уже хорошо получается, но, к сожалению, нет. Смотрите, если сюда встать, то можно дотянуться, в принципе. А я-то думала, так-то вот тут тоже можно дотянуться. И вот тут... ребят. Да вы посмотрите. Что? А как? Нет! Нет, пожалуйста. Мне нужно повыше. Так, выдохнули, успокоились. Мы очень высоко. Мне нужен план. Но я не знаю. Я не знаю, как тут проходить. Это просто я чувствую делать вот так, но я упаду. Это значит, что... Капец. Ребят, кофе! Чего? Так, хорошо. О! Я кофе уронила. Так, ладно, стоим. Хорошо. О, ребят, нет, господи, пожалуйста. Ну вы видели, зато там кофе остался. Нет, господи, как же я... Тихо. Господи, знаете, вот в одну секундочку можно тут просто все взять и потерять. Господи, почему я левой рукой пытаюсь помочь себе? Я не знаю, мне определенно нужен джойстик. Нет! У меня же был план. Ух, просто. Да, я думала, это будет намного легче, конечно. Фух, я не слежу за своим телом и что я делаю руками, поэтому тут может быть то, что я держусь просто за стол, стучу по ноутбуку и вообще что угодно. Поэтому не пугайтесь громких звуков. Возможно, они будут прямо сейчас. Господи, да приземлись ты. Ну, давай. Ну хорошо, что получилось? Ух, ладно.
Нет. Серьезно, блин. Вы знаете, мне теперь этот камень кажется не таким уж и сложным по сравнению с тем, что у нас будет дальше и что мы уже видели. О, ребят, вы видели? Смотрите, он гнет палку. Какой кошмар. Боже мой. Нет! Уф, такой уф. Да это я вообще-то тут это. О, ребят, смотрите, у нас кофе все ниже и ниже спускается. Мы его роняем. Самое главное, самому не урониться. Ой. Ну, я думаю, она здесь в безопасности. Точнее, он. Ого. Слушайте, вот это вот сильно, конечно, однако. У меня тут получается. Фуф, ладно, мы вернулись туда, откуда мы упали. И падать нам больше не... Молчу. Мне только что сказали, что если я хочу сделать перерыв, то все хорошо, мой прогресс сохранен. Но, знаете, я не уверена в этом. Ну ладно, я думаю, так и есть на самом деле, но все-таки мне нужно пройти дальше. Мы же хотим с вами посмотреть, что будет дальше, а не вот это вот, то, что кофе пинаю. Какой кошмар. Нет, мне нужно вот сюда. Да, боже мой. Боже мой, вы видели, как я просто подкинул? Короче, это было очень высоко, вот именно так, как сейчас. Да, только падать еще ниже приходится. Ребят, все, у меня сил нет, у меня уже руки невозможно мокрые. Я не знаю, если вам это точно понравилось, то я постараюсь продолжить, но пока что на сегодня у меня силы все закончились, нервы просто в ноль. Вот, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, не нервничайте. Смотрите все наши видео, подписывайтесь на все наши каналы и всем пока!